Так, всем привет! С вами Кирилл, канал Солдат, Кирилл Солдаткин. И я наконец-то показываю свой голос. Ну что ж, сегодня мы играем в Block Strike. Это такая игра, где... Ну вот, тут есть разные режимы. Командный бой, классика, резня, АВП режим, гонки, вооружений, дезран. Охотник, зомби-выживание, рандом, каждый сам за себя, банни-хоп, голодные игры, царь горы, арена, горячий нож, бета. Ну что ж, мы сегодня, я постараюсь все, ну, посмотреть режимы. Конечно, навряд ли все посмотрим. Так, ну что ж, давайте приступим сначала к командному бою. Здесь простой бой, только когда тебя убивают, ты возрождаешься заново. Так. Ну, давайте зайдем в этот карта баз. Так. Я буду играть за красную команду. Ну что ж. Вот так это выглядит. У меня тут уже оружие есть. Вот. Такое. Блин. Не увидел. Но я и долго не буду тут. Как бы. Так. Ну что ж. Здесь доставил. Вон сверху. Там написано 100. А там еще под ним, видите, синие 12 и 9 красные, уже 10. Это кто кого убивает. Играем до 100, вот у кого первое дойдет до 100 здесь, вот тот и победил. Ну, пока синие выигрывают, но я думаю, это ненадолго. Но я долго-то не буду играть. Я немножечко. Пока здесь, пока там. Ну что ж, я думаю, вы поняли. Ну ладно, я не буду больше в это играть. Ну, в другой режим буду играть. Так, сейчас, скорее всего, реклама будет. И уж извините. Так, вы уж извините за рекламу. Я перемотал. Ну, не перемотал, остановил запись. Ну что ж, дальше у нас идет классика. Классика, ну, там просто... Как бы в игру заходит несколько игроков. Пока чья-нибудь команда полностью не умрет. Ну вот. Ну, простой режим, как Counter-Strike. Только не возрождаешься после смерти. Давайте куда-нибудь зайдем. Просто тут все переполнено. Вот, в это. Так, я играю опять за красных. Тут пишет воя косой. Не знаю, что тут было. Вот, все, синий тут победил. Так. Ну все, пошли. Только тут, когда умираешь, не возрождаешься. Вот в чем смысл. Чья команда умрет первым, та команда проиграла. Ну, какая команда кого убьет? Блин, немецкое оружие. Блин, что ж такое-то? Ну ладно, я хочу все. Этот... Так. Ну, я снова перематываю. Я снова...
Достала эта реклама. Тут можно ее убрать только за деньги. Дальше идет резня. Это такой режим, что там не надо, нету оружия никакого. Там нету оружия никакого, только ножик. Видите? Нету ничего. Только ножик. И надо вот так вот. Ну, вы поняли даже по названию, я так думаю. Ну, конечно, с ножом не очень хорошо хожу, конечно. А со снайперкой крутой. Ну, со снайперкой мне очень удобно. Так. На кому-нибудь. Врежу сейчас. Ах ты ж, блин, моего друга убил. Ну, не друга. Чего он не убивается? Да сколько раз уже. Сколько раз я в него пырнул уже. Он не умер. Да ладно. Да уж. Так. Пошли, пошли, пошли быстрей. Ты ж, пацан, куда лезешь? Слышь, ты чё, на меня лезешь, а? На меня? О, блин, он меня тоже убил. Вон он, ну не он. На. Получи. Ну, я в следующей серии буду записывать обзор мода Minecraft PE. Там у меня мод на оружие, я буду его как бы обозревать. На. Ну ладно, я что-то заигрался тут. Так, опять пауза. Так, ну что ж, я вернулся. Эта реклама меня достала уже. Так. Так, резня. АВП режим теперь. Так, сейчас найду. Ну вот этот вот. Заходите. Как там? Пингер? Что там? Ну вот, АВП режим, тут только снайперка дается. Блин. Ну вот, ну он, конечно, вот, с маленьким количеством игроков интересный. Я что-то привык перезаряжаться, пока один раз выстрелю. Блин, кто меня подстрелил? Короче, я думаю, это не совсем интересно с маленьким количеством игроков. Да блин, не вижу этого никого. Ах, вон он, гад. Сейчас его подстрелю, увидел. На, блин. Или это не он уже? На. Блин, как же трудно в бегающих потом попасть. На. Минус один еще. А, какой минус один тут они обратно? Ну, короче, вы поняли смысл АВП режима. Я думаю, вот тут можно выходить за пределы и можно, например, на них напасть. Вот видите, я могу свободно пройти на их базу. Их тут подстреливать. Ну вот. Вы видите, в принципе. Парень, ты чё? На меня нарыл? Блин. Ну, короче. Вы поняли смысл этого режима. Я не буду долго на нём сидеть. Так. Так, я вернулся, блин. О, ну, что ж. АВП режим прошли. Теперь гонка вооружения. Теперь объясняю смысл этого режима,
что, когда в него заходишь, у тебя только пистолет. Но если ты убьешь одного или два игрока каких-нибудь, но они, конечно, возродятся заново, то у тебя поменяется оружие, этот еще повысится оружие, то есть у тебя новое оружие будет. И так далее, и так далее. В принципе, этот режим интересный. Конечно, сам в него не прямо уж так играю. Ну что ж, здесь за синих придется играть. Блин. Чё я? Уже здесь уже у всех тут нормальное оружие. Потому что они тут уже долго играют. А, нет? Не знаю, мне так показалось. А, два игрока надо убить, значит. Так. Ну-ка, кто там сидит? Пока не поменялось что-то. Значит, еще второго надо убить. И все. Так, я на их базу. Ну вот, видите, у меня поменялось само автоматически, видите? Я убил второго. Вон. Блин. Ну, вон потом после этого у меня будет такое же. Ну, вы видели тут. Тут, блин, у него дробаш. У меня чуть не грохнул. Я долго сидеть, конечно, не собираюсь. Интересно, сколько у меня уже идет запись. Во, видите, еще поменялось. Еще больше. Ну что-то с первого, когда на первом оружии был, у меня как-то не менялось с одного. А сейчас что-то меняется. Ну ладно, я уже заканчиваю этот режим. Вот. Ну что ж. Так, опять реклама была, надоела. Так, ну что ж, гонки вооружений прошли. Вот Дезран мне больше всего нравится. Я, наверное, вот как Дезран вам покажу, так, наверное, закончу. В следующем видео, возможно, продолжу. Я потому что не хочу все обозревать. Могу потом все объяснить, как там. Я не должен обязательно это показывать. Ну ладно, давайте зайдем на ну там. Сами видели. Куда зайти? Я люблю заходить, где много игроков. Ну где мало. Ну вот, видите его. Короче, я объясняю смысл режима. Команда красных, вот они. Они сидят у кнопок. Ну, я думаю, все знают этот режим, но я все равно объясню. Они сидят у кнопок, а синие должны бежать. Потому что, ну, когда синие бегут, вон, они должны красные активировать ловушки, чтобы они не прошли вон до туда. Если они дойдут до той кнопки, либо они могут... О, я за красных. Так, ладно. Ха, минус один. Ну ладно, эта ловушка какая-то бесполезная, я ее активирую сразу. Дураки какие-то. Ну что, он прыгает? На. Ты стал прыгать. Что ж, я, наверное, на Дезране закончу, но пока еще нет. Ну, давай, давай, заходи, что ты там? Там чаек стоит, тортик. О, еще один. Ты дебил? Иди давай. Ну, когда уже? Блин, дебилы, дебилы. На. Вон он один остался. Давай, давай, запрыгни там в бассейн.
Там бассейн, бассейн, чё ты?